Долгие 2 года в ожидании открытия. И вот, новая современная скейт-площадка встречает любителей активного отдыха. Когда-то именно этот спортивный объект стал лидером онлайн-голосования среди местных жителей. Скейт-парк в Десногорске хотели видеть 93% респондентов. И вот результат проделанной работы уютно расположился на территории спортивной школы. Площадка находится перед вами. И я надеюсь, что мы все наши инициативы будем реализовывать вместе с вами. И тогда будет результат. Скейт-парк Extreme Time – новое и наверняка в скором времени культовое место Десногорска. Это стало возможным благодаря совместной работе городской администрации и фонда ассоциации территории расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом». Там решили, что подобное место – это прекрасный способ продвижения спорта в городе, и не ошиблись. Ходили много раз в администрацию, наконец-то его поставили. Все сделано на высоком качественном уровне. Отличный парк, в принципе, начального уровня. В принципе, есть все, чтобы человек научился все базовые элементы и так далее. Как бы безопасно, ново, все отлично. Возможности площадки продемонстрировали профессиональные спортсмены. Команда фристайлеров под названием Mad Sport показала эффектные трюки на скейтборде, роликах и BMX, а также провели мастер-классы для детей и их родителей. Были раскрыты некоторые секреты эффектного и безопасного катания. Главный мой секрет в том, что я обманываю свой вестибулярный аппарат и держу 90 градусов от плоскости, в которой я нахожусь. Рампы, разгонки, перила и другие конструкции для совершенствования мастерства катания теперь есть в Десногорске. И это в очередной раз подтверждает: Десногорск – город спортивной и активной молодежи. Если у вас есть скейт, ролики, самокат или просто обычный велосипед, то это место для вас. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.